Мошенничество с муниципальной землей может обернуться реальным сроком заключения. В суд направлено уголовное дело по обвинению экс-должностного лица Скугареевской сельской администрации Антонины Хохловой в хищении муниципальных земельных участков стоимостью более 2 миллионов 700 тысяч рублей. С октября 2009 года по ноябрь 2014 года сотрудница Скугареевской сельской администрации с помощью поддельных документов оформляла на своих родственников неиспользуемые муниципальные земельные участки, после чего продавала их по доверенности. Всего ей удалось реализовать 9 участков стоимостью 2 788 тысяч рублей. Ульяновским следственным комитетом расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. В связи с доказанными обстоятельствами Хохловой предъявлено обвинение, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.